Художественный мир работы Тулуза-Лотрека замкнутый, тесный, многолюдный, шумный, циничный, печальный и страстный узнается безошибочно. Монмартрские звезды и певцы уличных песенок, танцовщицы кабаре, клоунессы, артисты цирка, проститутки, швеи, прачки, рыжие и белокожие. Тулуза-Лотрек под влиянием японской гравюры увлекается литографией, создает рекламные плакаты для увеселительных заведений, впервые в западной истории доводя этот жанр до уровня произведения искусства. Артисты, для которых Лотрек рисовал и печатал плакаты, просыпались знаменитыми после ночной расклейки афиш в Париже. Анри-Мари Раймон де Тулуз Лотрек Монфа, французский художник, постимпрессионист, граф и богатый наследник, любитель абсента, кабаре и притона. Его знаменитые картины: Аристид Брюан в «Амбассадоре», клоунесса Шаю Као, Ивет Гильбер «Кланяется публике», танцы у Мулен Руж, японский диван. Каждый современный графический дизайнер, мечтательно произнося по отношению к своей работе искусство, должен мысленно добавлять «Спасибо Лотреку». Рекламный плакат, как явление прикладное, появился в Париже в 1860-х годах. Певицы, концерты, канканы, артисты, кабаре. Обо всем этом разнообразии богемных событий французам начали сообщать при помощи уличных афиш, ярких, кричащих, кокетливых. А Анри де Тулуз-Лотрек стал первым рекламщиком, превратившим плакат в настоящее искусство. Литография настолько увлекла Лотрека, искателя новых техник и стилей, любителя японского искусства, что он целыми днями мог пропадать в типографии, лично контролируя процесс печати. Его ночной сон часто ограничивался парой часов в коляске извозчика. Выходя ранним утром из какого-нибудь кабаре или ресторана, где всю ночь напролет пил, Анри просил извозчика покатать его по городу и привести к началу утренней смены в типографию, где как раз запускали тираж его нового плаката. Лотрек создал всего 30 афиш за 10 лет, но каждый из них сегодня признанный шедевр с фейерверком художественных принципов, которые работают до сих пор. Аристид Брюан был владельцем кабаре «Мирлитон» на Монмартре, где Лотрек как раз и любил пропадать по ночам. Брюан прославился очень неожиданным, даже для него самому талантом. Он, конечно, пел песенки, которые, без сомнения, были достаточно популярны. У него был низкий бархатный голос и внешность римского легионера, но не это влекло в «Мирлитон» толпы слушателей каждый вечер, а способность Брюана к остроумной и хлесткой брани. Это было неожиданно и пикантно. И толпы светских дам и богатых мужчин шли сюда каждый вечер, чтобы их как следует обругали. «Внимание!» – встречал Брюан очередного посетителя. «Вот идет шлюха. Но не думайте, что это какая-нибудь завалявшаяся девка. Товар первого сорта. Или у вас всего 15 человек на скамье. Потеснитесь, черт побери, еще немножко. А ты, лунатик, садись-ка сюда со своими потаскушками». Уважение и восхищение Лотрека и Брюана было абсолютно взаимным. Они оба ненавидели ханжество и все приличное, ценили друг друга за острый взгляд и простоту формулировок. Когда Аристида Брюана пригласили дать концерт в кабаре «Амбассадор», он поставил условие, что афишу для него будет рисовать Тулуз-Лотрек. Когда хозяин «Амбассадора» захлебнулся возмущением, увидев свежеотпечатанный плакат, Брюан поставил условие: или с этой афишей, или вообще никак. Хозяин кабаре сдался. Используя жесткие рамки литографического способа печати, Лотрек создает свой уникальный стиль. Он смело использовал сочетание больших цветовых пятен, парадоксально выстраивал контраст первого и второго планов, создавая перспективу или приближая сцену вплотную к зрителю. Он был гениальным рисовальщиком, способным при помощи нескольких лаконичных линий передать движение и эмоции. Наконец Лотрек без конца экспериментировал, разбрызгивал краску на литографический камень при помощи щетки, посыпал изображение золотой пудрой. Брюан обожал этого жизнерадостного карлика, одинаково виртуозно мешающего коктейль землетрясения за столом кабаре и краски на палитре у себя в мастерской. В 1896 году
Тулуз-Лотрек задумал альбом литографии, который оказался одним из самых провальных прижизненных проектов художника, которую Амбруазу Валлару приходилось разделять на отдельные листы, чтобы хоть как-то продать, и за экземпляр которого современные коллекционеры отдали бы полцарства. Тираж был достаточно большим, 100 пронумерованных экземпляров с личной подписью Лотрека на каждом листе. Но для любителей фривольных картинок альбом «Они» оказался недостаточно пикантным, а для любителей искусства недостаточно красивым. Здесь не было портретов звездных певиц и танцовщиц, которые могли бы привлечь хотя бы их поклонников. Среди изображений безымянных тружениц публичных домов оказалась только одна звезда – клоунесса нового цирка и танцовщица кабаре Алера, мадемуазель Шаюкао. Шаюкао восхищала Лотрека и была одной из любимых моделей. Он рисовал ее долго и много, чаще всего именно в сценическом клоунском наряде. Уверенная, свободная и искренняя, Шаюкао выбрала профессию клоуна, в которой даже во времена победившего феминизма встретишь немного представительниц женского пола. А в 19 веке это был тем более исключительно смелый выбор для дамы. Ни от кого не скрывала клоунесса и своих лесбийских наклонностей, чем привлекала Лотрека еще больше. «Женщина, влюбленная в другую, самое безумное существо», — говорил художник и с восторгом писал это безумие. Проститутки, лесбиянки, тасащицы, исполнявшие фривольные танцы и выставляющие на показ сразу все части тела, певицы и клоунессы, все эти женщины полусвета, выброшенные за пределы приличного мира, участвовали вместе с Тулузом Лотреком в рождении совершенно нового типа привлекательности и красоты в искусстве. В чулках, колпачках, перчатках, корсетах, в смешных воротниках, в гриме и без, в смешных и неестественных позах. Они себе редко по-женски нравились на картинах Лотрека, но всецело доверялись его чутью и таланту. Он умудрялся в их часто гротескных портретах передавать такую внутреннюю силу и особость, которая была лестнее внешней красивости. Шаюкао на этом портрете уставшая и отрешенная, позволяя себе просто быть уставшей, не заботясь о красивой позе и выгодном повороте головы. Эта литография открывала альбом «Они», который изначально должен был называться «Проститутки», и который Лотрек переименовал, утверждая, что женщины одинаково прекрасны в аристократических салонах или в доме терпимости, на сцене или за кулисами. Образ Анри Тулуз-Лотрека окружает такое количество легенд и домыслов, что часто биографы тратят сотни страниц на их развенчание. Взамен же предлагают жалкое оправдание гению. Был алкоголиком, потому что калека, жил в публичных домах, потому что карлик. И художником, в конце концов, стал, потому что был ужасен собой. Сам Лотрек наверняка предпочел бы парочку легенд этим унизительным оправданием. Например, о том, что он всегда носил в кармане мускатный орех, чтобы добавить придуманный на ходу алкогольный коктейль. Тулуз-Лотрек получал огромное удовольствие, накачивая друзей виртуозными смесями портвейна с абсентом, к примеру. Друзья в ответ приглашали его барменом и декоратором на свои вечеринки. Он десятки раз был влюблен, взаимно и безответно, и всегда находил способ проявить свои чувства, прямо или эксцентрично. Не смея говорить и мечтать, он придумывал, как обладать по-другому. На ступнях Мизии Натансон, жены одного из друзей, он мог часами рисовать воображаемые пейзажи сухой кистью. Она все это время делала вид, что читает, прижавшись к дереву в саду. Проститутки из лучших домов терпимости носили цветы ему в мастерскую и позволяли рисовать себя в любое время дня и ночи, спящими, задумчивыми, скучающими в ожидании клиентов, играющими в лесбийские игры, нежными и вызывающими. Он был их принцем из сказки и устраивал завтраки с дорогим вином и сладостями. Он любил женщин с рыжими волосами и высоких, крепких мужчин. Художника смешило, когда рядом с ним по парижским улицам прогуливался кузен сантиметров на 40 выше него. Судьбу Анри де Тулуз-Лотрека, наследника богатого аристократического рода, определило тело
И потому он везде искал телесность как проявление сущности человека и находил. Латреку оставалось жить несколько месяцев. Он приехал умирать к матери, графине Адель, после дорогого сумасшедшего дома для богатых, после приступов белой горячки, паралича и полного отчаяния. 37-летний художник тогда уже практически не мог писать. Садился отдыхать после каждого мазка. «Живопись не сделала мои ноги длиннее», — мрачно заявлял он. Да, все было с точностью да наоборот. Это короткие ноги сделали живопись Латрека уникальной и открыли новый взгляд на внешнюю привлекательность в искусстве. Маленький Анри был блестящим учеником, во многих дисциплинах занимал первые места в школьных рейтингах, хотя из-за болезней и длительных реабилитаций на южных курортах часто пропускал на полгода занятий. Потомок избалованных, взбалмошных, изнеженных аристократов, Анри наверняка успешно прожигал бы жизнь и деньги на охоте, балах и скачках, если бы вырос высоким красавцем. Но наследственная болезнь, хрупкие кости, переломы ног, приводившие к изматывающим процедурам и месяцам неподвижности, заставили мальчика искать другие источники радости. Рисунок уже тогда подростку Анри давал внутренние силы и ощущение полноты жизни. Огромное количество женских портретов кисти Латрека – это портреты их ног. Безумные, бесстыдные, бешено популярный страстный канкан тому способствовал, конечно. На афишах и живописных портретах Тулуз Латрека именно женские ноги часто задают динамику, прочерчивают композицию, ведут за собой взгляд зрителя. Когда отец Тулуз Латрека, граф Адольф, понял, что не дождется от сына подвигов на охоте, оставалось только научить его рисовать лошадей. «Только малевать ты их теперь и можешь», — с горечью заявил он неудавшемуся наследнику. Разочарованный отец не мог сделать сыну большего подарка. Он нашел ему глухонемого учителя рисования. Анималист Рене Пренстов был глух от рождения, но при этом получил высшее образование, занимался гимнастикой, ходил на балы и с успехом выставлялся в салоне. Он научился говорить и читать по губам речь собеседника. Потрясающий пример для отчаявшегося подростка, методично вычеркивающего из своей воображаемой взрослой жизни семью, любовь, детей, удовольствие и славу. Уроки по анатомии лошади и собаки в мастерской Пренсто Латрек усвоил так же хорошо, как и уроки жизнелюбия и силы воли. Позже он с радостью обнаружит плавание как единственный доступный вид спорта. Он купит однажды гимнастический тренажер и в промежутках между рисованием будет наслаждаться возможностями своего тела. Латрек всю жизнь считал себя художником-любителем, сравнивая свои работы с картинами Дега и Ван Гога. При том, что признание и слава приходили к художнику быстрее и проще, чем к его кумирам. Он принимал участие в бельгийских выставках группы 20, в художественной выставке «Салон Ста» в Париже. Каждый год в течение 8 лет присылал живописные картины на «Салон независимых». Первым начал рисовать такие плакаты, которые парижане по ночам срывали со стен и коллекционировали. Латрек терпеть не мог, когда на портрете были небрежно прописаны руки человека. Он был уверен, что руки часто скажут больше, чем лицо. На пианистов и хирургов он смотрел с восторгом и благоговением, а черные перчатки на руках знаменитой певицы Ивет Гильбер стали благодаря Латреку ее визитной карточкой. Он умел это. Найти нужную деталь и создать медийный образ, который начинал жить отдельно от своего настоящего прототипа. Красные чулки королевы Мулен Руж, главной танцовщицы Канкана Лагулю, красный шарф и широкополая шляпа Аристида Брюана, владельца кабаре Мерлитон, строгие платья и шляпки самой целомудренной и образованной танцовщицы Джейн Авриль. Когда Анри перебрался жить в Монмартр, в сердце парижской богемной жизни, возмущенные родители на несколько лет лишили его содержания. Но с деньгами или без них Тулуз Латрек всегда находил крышу над головой и повод выпить. Он был своим человеком во всех знаменитых увеселительных заведениях. Хозяева кабаре по несколько месяцев кормили и поили его бесплатно за подаренную заведению новую картину. И его абсолютно устраивал такой бартер. Друзья, которые давно знали и любили Анри, переставали замечать его внешнюю особость. Им было странно и досадно, когда какой-нибудь задиристый щеголь посмеивался или пялился на художника. Да он и сам мог урезать пощечину или забористо обругать человека, в глазах которого видел насмешку. На самом деле,
Стоило с Латреком сойтись поближе, и всякие границы и необходимость жалости исчезали. Его глаза были устроены его телом. Он рисовал самые остроумные карикатуры на себя и завел собаку, толстенького кривоногого бульдога, в котором даже самые заботливые друзья обнаруживали сходство с хозяином. Когда еще ни в одном самом цивилизованном обществе не принимали всерьез равенство и не задумывались о правах падших, о возможностях инвалидов, Латрек уже видел их равными себе. Проституток, лесбиянок, пьяниц, безумцев и нищих художников. Критика весьма прохладно относилась к творчеству мастера. Его новаторские приемы, необычно невиданные до этого колорит и сильное влияние японского искусства, которое можно увидеть в любой из более чем тысячи работ автора, казались европейским искусствоведам пустой затеей и желанием получить дешевый эффект новизны. Несмотря на обилие заказов, Тулуз Латрек лишь после смерти получил признание официального искусства, а его работы послужили отправной точкой для живописи Art Nouveau. Умер художник на руках у своей матери. Умер, как и большинство обитателей Монмартра, от сифилиса и алкоголизма, не дожив до 37 лет.